Падение волос очень хорошо помогает отвар из крапивы. Ее только обязательно нужно собирать тогда, когда у нее появились семена. Нужно взять 100 грамм травы, залить пол-литрами воды, прокипеть ей где-то полчаса, дать остыть и добавить равное количество уксуса. И полоскать таким отваром каждый день перед сном. И буквально через неделю вы увидите уже заметный результат. А через месяц у вас будут уже здоровые волосы. Опа, расслабиться, внизу живота. Опа, расслабиться. Это проверенный способ. Нужно только зима. И нужно лицом в снег.